Погнали. Натуре, чё, блядь? Так, 20 чем-то. Поби, да. По полчаса бафуются, соберутся, там в попе поколупают. Да. 3 раза за это, за РТ пульнём и всё. Чтоб я сразу поменял. Мильки, следите на второй фазе за кастом. Сразу снял. На минус, блять, 1 ДД бьем первую. Минус 2 ДД мы бьем. Этот Эл бы поли. Готовы. Кир здесь. Хлопать по 2 только. Иначе просто подохнет. Слышно вообще? Да. Даю проверку. Кир здесь. Сейчас я ему позвоню. Что там написали? Со скольки до скольки снизят им ХП? Ну как раз то, что не. До 24 лямов. У них было по 24 сейчас. Он говорит, у него лагает очень жестко. А что он вредит? А где бага? Да, ну нам и так ДПС не хватает, еще уходят, которые дамажат. Пола. Чё, Неликса суманим? Да. Давайте шка. Фазы так не... Бери, блин. Не могут сказать, что... Даже во время... Лагаешь, половину фразы не слышит. Я говорю, видишь, людей, блядь, они даже не могут проносить во время пула, что у них хилы больше их. Отдохнут просто в стороне. Афните его. Неликсу баф. Рада. Так, секунду, спекнусь. Да-да-да, в принципе, можно. Готовый пол. О, летает. Чёрт. В чём проблема? Жаль. Масса. Красный. Пускай двое идут.
Не контрольте, пускай идут. Раз. Пускай идут все. Отпускай, есть там. Забирай. Пусть доходит. Япончик-то в луже стоишь. Че там два? Нормально. Пускайте. Вот. Вперед. Два. Так. Дайте на бан дойти. Отпусти с бана, блять, кто дал бан. Че, не меняется? Так другой локман с бан. Все, теперь контроль. Гимн на ману сейчас дам, поставь. Ты ушел. Через 5 секунд. Газ. Пускай. Забирай. Направо. Фонарат БР. Пускай идут два. Охрените. Да. Все, пускай идут. Мы с Полиной вылетим. Ревность. Чё с хилом там, шанг? У нас хил вылетел. Да, блядь, ульти вылетел. Еще 5 хилов. И у нас этот хил перепал ман. Ману резать нехилы. Он летел в Розария. Дал ШВ, не очкую. Сейчас пойдет. Еще пускай идет. Пускайте там потихо. Забирай. Идут.
приказ. Бежали. Последний из корней. 10%. Мобы. Надо хлопать. Сейчас мог. ЧВ нет. 8%. Мобы вернули. Помогли контроль. 7%. По боссу стопнуть. Да. По боссу. Упал. 2 стака. 6%. Взорвите, взорвите, взорвите этих. Снимите права там. Подвинь каст. Чё, блять, мать волос порадовал, парень? 6%. БР, блять, салат. Да ебать. Так. Чего сдохло, блять? Где прохил вообще под танк? Тополида-то нету. Кто хилить будет? Блин, а у нас, я блядь, поехал есть на работу. Давай, фразочки. Которые могут. Жега, блять, танков ложит. Есть хули палков или танков. Жега, блядь, танков сложно. И танков, блядь, на этом поле все ревностные поуходили нахуй. Плюс два танка сдох. Ну, я просто умер, у меня проблемы с маной потом были. Так, блядь, сказал бы, блядь, все залили, дали бы им на ману. На хули пал упал, у него пиздец по мане. Я говорил, что ему нужно было ману дать. Кил заходит. Мой. Лага появился. Че там по ДПС? Да пиздец по ДПС. Просто нахуй сюда идти так. Кто меньше 15 дает, блядь. Эликс 14. Блоки контролят, переконтроливают. А чё Дестрик 7к дает тут? Чё, Т5 нету? Да не надо тут вашего контроля. Там, блядь, 4 моба законтролить. Блядь. Дамажьте босса. Чем быстрее вы дамажите босса, быстрее припазы. Миша, контролите, блядь. Ну, блядь, по***ь ДПС. Вы серьезно вообще? Да. Как на ворке, так 20+, тут, блядь. Меликов нету, мелик рита. У нас нету. В смысле, а монород в топе? Монород не в мишке диспелит. Какая разница? Монороду нужно в мишку сначала прыгнуть, а потом нам дает скрит. Он постоянно бегает, кроме диспела. Не постоянно. Да похуй на этот крит. Надо дойти живыми всем. Феникс. Не был готов. Еще раз. 5 секунд, еще подожди, рыба. Все готово. Еще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Готов. Ладно. Полюпалась. Ah.
Ну пускай идут, зачем вы трогаете, которые еле-еле. Не трогайте, пускай. Кто там наперед засматривает? Думаю, сейчас с тобой вот. Вот, погода. Это с тебя тычку забрал. Забрал. Все, в этот момент можете с бана. Пускайте. Все с бана. Секунда. Убираю бан. Пускай идут, не трогайте. Ну зачем вы трогаете? Дай мобу. Раз. Могу забрать. Забрал. Поедем. Блять, внимательно глаза откройте, вы же в луже стоите. Уже, блять, по 5 стаков нахуярили. Так. Бежали. Бана убери, во нахуй. Ты. Помогаю. А идут, блядь, не контрольцы, ебали. Ну, Н, поднимай с АТЭ. Да, сыны. Пускай эти два доходят. Всех тоже отпускайте. Убираю босса. Пускай идут все мобы. Давай, массакр. Н, блядь, за Т, пиздец. Раз. Опа. Сиола с Т, еще раз. Слишком далеко. Ты заходи. Давайте. Забирай. Вот залуп. Чего мотивова тут? Да третий бомб, блядь, взрыв хуёвый. Захилин на пол, люди.
Народ, вот всего лом. Вот я пойду. Химический тема. Моба. Бафы. Босса больше. Ладно. Выйдется. Ну выйдется же. И сейчас он крутится, видишь. Он до этого, блядь, завыделся уже. Нахуя ты, сука, откидываешь, блядь? Ты видишь, что дебафов нету вообще. Сейчас помогает. Ел. Сейчас прошло, блядь, этих хватит. Сдавато. Дайте им зайти, потом переводите только. 6%. Ебать. Это что, берса, да? Это берса? Да, берса. Блять, вот нахуя вы дохнете? Санте, блядь. Серьезно, блядь. Там вообще пиздец, нахуй, я не знаю. Не-не, люди не видят лужи просто, дохуя народу стояло на этой, блядь, пурпурной штуке в центре, и похуй, я смотрю, стайки набираются, им поебать вообще. Может кто-то название стака сказать, когда вот в луже его ловишь, скажите, пожалуйста, если кто знает. Долбоёб обыкновенный. Ну скажите, кто знает, название стаков, я в воду запишу всем. Вага здесь? Перс здесь. Да, нормально вроде встал. Посмотрите, пожалуйста, это трое название. Вот в луже, когда стоишь, какой стак ловится. Последняя позиция. Как нет, блядь? Наконец. Последняя. Вода. Оба чалда. Сантей на 14-м, Кават на 15-м 3000, Сантей 12-400. Сантей, ты серьезно, блядь? Ну он падал, штан... да, бля. Блядь, окей, падал, но меньше танка нанести урона. Нет, даже если упал. Он больше танка. Намного? Ну, 1,2% нанесенного танка. Три раза. 3,5 Сантея. Заходи вместо Сантеки. Вот опи... То ли лагал. Санте да? Зашел. Вижу, что у него панель забагалась. Ну ладно, панель забагалась. Ну как можно сдохнуть, блядь, столько раз? Блять, три действия надо делать. Каст перебежали, дальше дамажишь. Не, тоже понять можно, если у него забага не спала, он может этим прожать. Как? Ну, залока плюс бан кинул и все. Типа, бан, дамажить, бан, дамажить, перебегать. Все, три действия. От чего можно сдохнуть? В душе нет. Мову запускаем по 2, по 3 максимум, блять, в босса. И вы тут умудряетесь еще дохнуть как-то, я хз. Или на вас дебафы, блять, отлупят. Там а видишь, я... там, ну, два моба взрываются, и рейд уже на 20-30% хп иногда, на 40 там. Хуй знает там, как они дебафы, не дебафы. Там, блять, если 30%, третий моб это шот. У так... них дебафы, скорее всего, от луж, блять, висят у некоторых. Это название дебафа есть у кого-то от луж? Я не помню. Сейчас я в лужу встану, скажу тебе сейчас, название ага. Дебаф. Я потом запишу, чтобы я смотрел по рейду, кто его ловит, блядь. Просто пиздец, вот я не понимаю. Вы, блядь, не видите, что на вас дебафы появляются от лужи? Выйти там сложно. Да. Ой, ладно, вы не видите лужу, но, блядь, дебаф-то вы видите?
второй стак дебаф появился, выбежали. Там же урон повышается в процентном соотношении от взрыва мобов, блин. Точно раздавака, пылающее перо? Вроде. Сейчас давай пульнем и посмотрим. Че стоять-то, думать. Принес, дай кулак. Я же сказал, перекор 5 минут. А, заебись, ладно. Ну логично, в принципе, сейчас запишем. Очень долго фаза идет. Пиздец, как долго. Или вы тайминги не понимаете, когда вам надо ДПС, или хуй его знает. У вас все время ДПСа, блядь, есть, только, блядь, вы все время ДПСите, только делайте пару шагов, чтобы перебежать от перьев, все. Все остальное время вы просто ДПСите. Тут еще это зависит от дебафа, когда дебаф снимут. Какой дебаф? А, фиолетовый? Да. Да, кстати. Женуэн, все равно не дамажишь, помогаешь, блядь, отчасти снимать монороту дебафа. Приоритет хилы, а дальше по РДД, кто больше всего дамажит, и так и дальше снимаешь. Там просто приоритет немножко. Вот ты сдиспелил торта, и у тебя еще Розария в проклятии. Ты дисплеил то ли приста, то ли лока. Ну, 6 это понятно, но холипалы и шаманы, это прям по-любому должны дисплеиться, потому что они, блядь, цепухой поднимают настолько пиздец, а холипал танков настолько охуенно хилит, что, блядь. Не-не, лужи, не лужи я не видел, но там... Холипал в проклятии остался, ты кого-то другого здесь понял. Все это считает долгий каст у него был. А, ну тогда понятно. Вот ты добавляй еще одного дамагера. Бери 5 хилов и одного дамагера. С этими дебафами реально, блядь. Жестко. Бонус ЗФК снижен до 75. Кто сказал? Я сказал. Это наебало. И слушайте его, 100 бонусов. Нет, идите на дозором. Форум, посмотрите. Ну линка не везде. Я хули линковать, я тебе говорю, 75 дозором написал. А в связи с чем это, блядь? В связи с тем, что никто закрыть не может, и еще нерфу он подвез, и бонусы уменьшил. Из-за нерфов. Суки, блядь. Я чувствую, как раз все его закроют, когда бонус будет снижен до нуля, блядь. В натуре, блядь. Именно, блядь. Так это близится к этому. Это вот так и задумывалось. Так и пофигу, главное, чтобы закрыть. Ну и лужи, чтобы были какие-нибудь другие там, и по-другому все сделали, потому что как сейчас, блядь. Так, все, ставлю рыбу. Давайте, рыбу едим, бафаемся и погнали. Чуть-чуть им помешало, блядь, модельку лужи сделать меньше, так как она есть на самом деле. Рыбу поставил. Бурстаните нормально с пула, там дохуя времени, бурстанут нормально. Я понимаю, что еры нету, но, блядь. Надо без еры. А что с вагой? Вага, блядь, там по работе к нему подошли. Дай тогда ты кулак. Кулак, сейчас. Так, да, кулак. Два. Рид, лапу киньте. Yeah.
медика. Так, вроде всем дал. Еще раз даю проверку. Бабл не дал клак, да? Да. Да бабл и так дамажит. Греч в своих... Сопрот, сопрот, видите? Все, даю проверку еще раз. 8 тел без сопрота. Вот сопрота нету, печать беда. Сразу начислил. Так, речь готов. Поехали. По готовности. Сильнее по боссу херачим. Каст, перебежали. Прохиливать. Все, дальше. Что, посмотреть дебаф тебе? Не надо, он работает. На зуб. Да он сам может забежать. Не, я уже вижу, мне буду показывать. Забираю босс. Моба. Первые три пускай идут. Зря застанил. Дай массакру. Все нормально. Кило прохил там. Два доходят, прохиливаем. Идеально. Поехали дальше отпускать с контроля. И не контролить. Все, отпустили с контроля, пускай идут. Одному станчик дали. Секунды. Все, два дошли, прохилили, погнали дальше. Намажем по боссу. Буду забрать. Забирай. Все, прохилили. Намажем. Каст пошел. Перебежали. Прохилили. Появляются мобы. Контроль по мобам. Первые, которые под боссом, не контролим. Всё, два стака прошло, пусть еще два доходят. Все, эти пускай два доходят, прохиливаем. Все, с банов отпускайте. По одному станчик дадите и все. Одному стан проводи. Три, нормально. Блядь, женой она чего сдох, блядь. Атиола, поднимай. Угу. Не перебежал, походу, да? Гриб, служи. Да. Сука, гриб. Забираю босса. 7 стаков, ёбаный груз. Позволяю на баф обновить. Каст. Перебегаем. Просил же на бафы, блять, по нему обновить. Сейчас отъедет, блять, на следующих мобов. Два моба запускаем. Это не всех же. Нормально. Нормально прохиливаем. Сейчас дебаф спадет, остановлю. Все, пускай еще два доходят. Все, прохиливаем. Каст перебежали. Могу забрать. Япончик, блядь, Женуэн, поднимай япончик. Забрал. Окей. Похиливаем рейд. Баф по япончику обновить.
приказ. Перебежали. Сейчас моб возле тебя прям появится. Два вот эти. Сейчас сразу иду в босс. Все, просиливаем. Через 15 секунд заберу. Все. Заведи немножко. Все, допускаю, всех остальных доходят. Там, если что, с станами. Как? Забираю босса. Зачем наперед стоять? Наперед, блядь, не забегайте. РДД зона, блядь, сейчас выведу. Не контрольте, пускай все идут. Стандам. Печально вообще. Каст. Каст, перебежали. Моба. Два пускай заходят. Че? Три. Законтрольте того моба. Все, отпускайте, два моба тут заходить. Могу забрать. Забирай. Проводи немножко. Мастер аур, сакру дал, короче. Как? Чтоб похилить было. Надо отпускать и спробовать бустить. 17-16. По боссу играйте. Больше по боссу. Моба всех отпустите нахрен. Одному дам стан. Одного за... Да, я тоже ему дал, последнему которому. Активнее по боссу работаем. Они походу успеют вылупиться, слышишь? А блять, не успеют. Видите, босс, каст прибежали. 9%. А, ну дай персаску. Видите, босс. Стопните. Стопните мобов, надо взорвать. 6%. Шивы дал, короче. Вводи, переводи, дай шивэшку. Есть, есть. Есть уже. Ну взорвите, а босс, взорвите. Дай массакру, если есть. По боссу играем. Фаза. Два моба. Котайтесь. Инеры забивайте. Только не останьтесь внизу никто. Кстати, давайте, шевелите булк. 5 секунд каст остался. Греча, вы чё там? Простите, рейд, это дошли мы бы, походу. 20 секунд не добежать, блядь. Это взрывы были. Сверхнуло. Остановить там. Вера. Вера. Слабость на первом. Ну, на левом, на правом четвертом. Ну все нормально, видите. Вот крика только отворачивается. У меня рассеянность. Точнее бы стояли чуть-чуть, ребят. Я рус. Падение пламени идет. Перья. Кинул, все, вернулись. Масса корни дашь по своему. Монород диспел просит. Монород диспелить. Женовен, подойди, диспелни монорода. Рейд диспелить, говорит. Крик. Рейд диспел. Падение кастуется, падение. Выкинул уже, отбежали с ним. Тролли готовьте. Вернусь. Милики вы. Контроль дальнего. Класс. Рота просил. Не, это, понимаешь, это не вариант. Контроля 0. Тут хлопаешь, и на том конце сразу падают все хилы. Прости, все они падают сразу. Да там, блять, контроля не зашло. Контроля 0. Ну, я не знаю, что мойсер сказал, блять, за контроль ты своего, блять, где лужа была. Чё ты не законтролил? Корни сложно брось.
А, ну видишь, еще что, 10 мобов все тут. У вас там не было мобов? Один моб был у нас. Это вот хуёво. Да, блять, корни друид может кинуть. Да там ни одного моба не законтролили. Купол, ШВшка была там вообще? Да было, блять. Ну под ШВшкой уже... не должен падать рейд, блять. Так а на том конце ты их хуй достанет, понимаешь? Лёх, наши хилы вдвоём сразу слегли. До них же ни ШВ, ни купол. Я их задефаю, не ебите мне мозг, блять. Так а там взрываются. Если 5 мобов взорвется, я задефаю, блять, этих ебучих килов, которые со мной. Если так, больше, блять, они сдохнут. Так 5 и взорвалось. 5 и взорвалось. С каких 5, блять, взорвалось? Взорвались 4. Все, блять. Ну это в конце уже. 5 там. Но мне было, блять, 7 штук сверхновы, блять. На мне было 7 сверхновы, блять. Вы можете 4, там 5 мобов хотя бы взорвать. Я длань жертвенности дам попросте и все. Нажму мастер аур массакру, блять, он выживет. Я не знаю, что творится. Давайте, короче, Войд, сместишься, блять, на вторую платформу, я, блять, на этой четвертой буду сам. Хоть увижу, что, блять, происходит. Вторую. У мобов уже по 24 ляма, если вы не заметили. Уже 24. Да похуй вообще. Это самая вторая, это вот... Да я говорил уже час назад, что их после ребута 24. Значит, и должны были урон пофиксить. Да урона нету, блять. Я не знаю, чего хули пал сдох вообще. А чего, блять, где прохил был по рейду? Вы, блять, если поднимаетесь на платформу, вы чё, блять, у вас руки опускаются? Вы нихуя, блять, на... Там, понимаешь, там нету ни прохила, потому что заходят эти три вот первых моба или четыре, нахуй, под швей падают, все, все падают сразу. Блять, как? Ну, контроль, потому что, понимаешь, они, ну, мобы, они без меток, без всего, люди хуй пойми, может, ни одного законтролили три тела, нахуй, такая хуйня будет, она так и будет всегда, нахуй, пока не будет, блять... 4 ебучих. Монород, сместишься, короче, на эту. На вторую платформу, ты станешь на третьей. С третьей ШВшка достанет, и все что. Ой, блять, я просто не понимаю, как можно так косячить, блять. Я в душе не ебу. Я вообще не вижу, что вы там делаете. Я сейчас, ну, сейчас буду на хоть... третьей буду нормально. Не знаю, что кажется. Вон, блядь, когда купол, блять, метку для. Индивидуумом поставлю, куда надо сбежаться, блять, вообще, чтоб. Не знаешь, что нормально, кажется, было? Что зергом первого, ну, это, ну, может и возможно, но нахуй, мне кажется, мы будем делиться на два феникса, потому что если вот эти перья будут делиться хотя бы по 5. Первого зергануть, блять. Первого зерганете на 25% легче станет. Спадут, блять, дебафы, ебучие, блять, которые мешают. И будет все нормально. Там просто не ясно, как их, блядь, контролить. В куче они все 8-10 этих фениксов, блядь, в одной точке. Хуй законтролишь. Или мне еще раз там надо объяснить, я сейчас посмотрю, блядь. То люди не знают, что делать. Там хую. Не ясно ничего, блядь. Вот я был блоком, я бы охуел вообще. А чего? Сейчас вроде 3 или 4 стоял в банах. Остальные кто контролит? Так 4 в банах, один у нас был, окей, 5, блядь. 5 заходит, ШВшка, купол. Неужели 5 мобов под ШВшкой, куполом, блядь, ложат весь рейд? Не поверю, блядь. Ну, хилы-то растянуты, не все хилы пускают рейд хит. Ну, кто-то я там когда стою между платформами, хит. Чтобы доставать Монорота, я полрейда не достаю. 4 хила стоят, хилят рейд, блядь. Ну, этого недостаточно. Холи Пал, Рестор Шаман, Рестор Друид, ДЦ. Да, блять, это вполне достаточно, честно тебе. Я и говорю, я когда становлюсь между платформами, чтобы до Монорота доставать, я половину рейда... Сдалаку, что не хватает, ребахните раздалаку. Ну, я не слышу. Полипал приоритет частицу кидает сейчас на Войда, который стоит, блять, на третьей платформе, и хилит весь рейд. Меня, если что, хилишь ты, Полина. Меня там хилить, в принципе, не надо будет. Будешь рейд больше хилить. Раздавака готов. Все, все готовы, поехали. Аккуратно. Не проебите. По готовности, блядь.
чё, ДПС даем? Никаких смертей, блядь, на первой фазе. Каст. Перебежали. Эвейт. Диспел. Каст. Забираю на себя. Мобы. Два первых пускай взрываются. Все, пускай этот заходит. Рахил. Все, пускай этот заходит. Всех с банов отпускайте постепенно каст. Пробежали вперед. Рахил царит. Все, два моба пускай идут эти. Рахил. Забирай. Забирай. Тот тоже пускай доходит. Спел. Каст. Перебежали. Кого-то хилим. Мобы. Ближайшие пускай доходят. Все, отводи. Рахил рейд. ШВшка есть? Да. Дай. Все, пускай доходит. Рахил рейд. Все, пускай все доходят. Пускай все каст. Прибежали, просил рейд. Япончик лужа, япончик лужа. Забираю босс. По боссу активнее дамажим. Диспел. Каст. Перебежали. Мобы. Ближайшие пускай идут дальних контролем. Кова демо Соко. Выйд. Все нормально. Прохиливаем. Где контроль пойдут? Перебежали. Себя Элбрил. Алина. Диспел там. Акила. Войда. Не контрольте стандам. Одного моба стан. Гриф 300, как вы не служите. Все нормально, прохил. Каст. Перебежали. Сильнее дамажим. Моба. Дальних контролем. Второе эти, которые идут, взрываются. Все. Нормально. Отводи, босс. Отводи, отводи, отводи. Контроль. Нормально, два пускай взрываются, отводи босса. Кирса прохил. Каст. Каст. Перебежали.
мобы пускай эти два доходят. С корней мобов тоже пускай доходят. Боссы активнее. Забираю после коста босса на себя. На силу рейда. Сила бездны гимноману можешь отдать. Два первых пускай заходят. Зашел. Дайте там. Есть ШВшка? Есть. Давай. Даю. Только остальное, ну, одного хотя бы. Под контроль. Иди. Ебать. Осторожно. Все нормально, я дал массейву и подкаст. Я тоже отдал. Я тоже. Я сокру, Страур, ты этот сокру. Я уже давай. Босс, босс, босс. Забираю. Давай. Ну, пускай доходит. Того с бана снимите, бомба. Вторая перефаза. Давайте. Активнее по боссу хуярим все. Каст. Сейчас опять с мобами будет. Стопайте, не успеем. 7%. Надо похлопать. Хотя бы. Да. Не успеем, не успеем. Надо похлопать, давай, надо похлопать. Сакры нет. Давайте. У меня есть сакра, если что. Пускай доходит, законтрольте мобов. Все, проводи, 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 проводи. Смотрите осторожно. Все, кинули. Пускай заходит. Расхиливаем рейд. По боссу играйте. Намажьте по боссу. Берса, кстати. Прохил, прохил рейда. Бан там сняли. Ладно, нормально. А, не туда бежите. Да похуй, на бегу бежим. Да бежим. На бегу бежим. Давайте, 3 секунды, 2, 1. Так, я на какой? На той же стою? Да. Да. Народ здесь. Смещайте сюда. Поехали. Еро. Херачим быстрее. У меня усталость на первой. У меня рассеянность нормально. Херачим, херачим, блядь. Там еще половина бежит, хуй знает откуда. Че туда побежали вообще? Ай, давай теперь. Че, ну, командуешь? Каст, каст, каст. Каст. Отбежали. Разлили лужи. Все, стали между луж. Там их 5, без ШВшки давай. Давай, да, не, ШВшку дай, дай, дай ШВшку. Дал. Блять, мобов отпустите все нахуй. Нахуя он ШВшку давал, блядь. Есть ШВшка. Мобов, баны снимите, мобов, блядь. 3 секунды, 2, 1, кончилось. Отпил рейд, да. Локи бьет Феникс. Локи бьет Феникс. Ну... Да я, блядь, ну что сделать, блядь, если его рот срывает? Стенки, встаньте, каст. Минус, просто минус Матёла, если что, было. ШВшка. Так дайте БР, дай БР. Этот лужи вышли. Долорус, а чё? Да нахер носит просто охуительно. Почему-то лужа не у стенки, а, блядь, хуй пойми где. Это от миликов. Калат упал. Стенки вы нормальные вообще? Куда вы носили? Каст. Вот, блядь, опять не успел ДК. Вот, Греча, блядь, словил перо. Греч, блядь, пока лужа не появилась, вы обратно, сука, не бежите. Нахуя вы обратно бежите раньше? Вы бежите обратно раньше, и лужа появляется, блядь, вот здесь, блядь. Пока лужа не появилась, милики, вы стоите возле стены. Короче, ну... Пускай каст начинается, они сразу же бегут. Не в конце там, сразу каст начинает, сразу бегут. Там проблема в том, что милики, блядь, отбегают, потом бегут обратно, прилетает лужа, и лужа, блядь, посередине этой хуйни.
Так места мало. Газ начался, пускай к стенке прижимает жопу. Блять, раздавака, ты понимаешь, мы не на том уровне находимся, чтобы сейчас вот этой вот этим вопросом задаваться. Почему вы этот? Почему, блять, половина рейда дамагеров побежала в другую сторону? Вы, блядь, теряетесь или что вообще происходит? Потому что туда мы могли бы не успеть, вот и. Да, блядь, там бежать одинаково, что нет, сюда, нет, что. Нет, там расстояние, на эту платформу нет. Мы забежали как раз под конец коста. Мы поднялись, а она была ближе. Если бы мы туда побежали, мы бы сдохли. Ну, а так вы, получается, не добежали, а уже. Я бы живые зато. Блять, я понимаю, но факт в том, что там уйма ДПС, которого вы могли нанести, блять, вы не нанесли, когда, блять, идет большой каст. Согласен, да. Блять, да, все дамагеры со звездочки забегают. Это первый нюанс. Дальше. Следующий нюанс. Ох, блять, как же с вами сложно все. Этот. Блять, не могу туда наверх подняться. Хилы, ваша позиционка. Ваша позиционка. Если вы видите, что появилось 5 мобов, РДД, милики, все, сбегайтесь, блядь, в печеньку, в хилов. Надеюсь, всем понятно. Хилы, ваша позиционка, печенька. Дальше. РДД, ваша позиционка, блядь. Подальше от печеньки, все кучно стоите, один в одном, блядь, практически. Стоите. Блять, не поставлен, не в поле зрения. Короче, поставлю потом метку там. Этот, милики, ваша позиционка. Стоите под Фениксом. Идет каст, отбегаете ровно-ровно в цене, к стене, блять. Параллельно, блять, этому платформе. Вот, грубо говоря, на мне звездочка. Блять, где там эта звездочка ебучая. Вот, стоите, бьете Феникса и по прямой туда к стене отбежали. Лужи появились. Выбежали с луж, побежали бить. Пока луж, блядь, под вами нету или луж не появилась, обратно не бежите. Ставлю рыбу. Я поставил, не надо. Я вот сейчас, чтобы дотянуться до Войда, ближе к нему, то есть я была между платформами, я пол рейда не доставала, я не знаю, где они были. Потому что они побежали через хуй пойми кудой, блядь. Нахуя вы бежите через ту платформу? Все бегут через эту. Вы видите, что стопаем урон. Окей, типа стопнули урон. Вы уже должны стоять на такой позиционке, чтобы вам, блядь, ближе было бежать к этой нет, платформе. Когда вы уже все прибежали, все равно, когда лужи, они в другую сторону отбегают, нежели между платформами. В итоге, получается, отбежать нельзя, поскольку танки упадут. И РДД не достается, и вы падаете. Так, ладно, короче. Дали шелешку, блядь, мобы стоят в контроле, блядь, ну вы нормальные вообще. Не, ну смотри, они. Зачем? А потом они, смотри, они дошли эти мобы, три моба дошло, и упали сразу Матеолы и просят, что с этим делать? Похуй. Да причем Матеола стоит в рейде, блядь, вместе со всеми. Где абсор по Матеоле? Ну прости упал там. Кабат дашь по просте на момент взрыва этот дань жертвенность. Все просто. Дальше этот бафы раздаем, короче. И поехали. Последний пул. Надеюсь, нормально, блядь, переведем. Хуйни не будет. Снести они, блядь, первого Феникса бастануть не могут. Там, блядь. Если бы все прибежали сюда, уже первый Феникс бы, блядь, сдох нахрен. А вы бежите, блядь, хуй пойми кудой. И получается, что хуйня творится полнейшая. Пока они будут перья нормально выносить, там бесполезно что-то убивать. Ну, плюс перья, блядь, милики. Все перья от миликов. Вся проблема в миликах. Пока перо, блядь, лужа под вами не появилась, когда вам кричат, блядь, каст, вы стоите возле стены. Возле стены, смотря на то... напротив печеньки, а то вас не достать. Блядь, там рейндж позволяет, чтобы их достать. А там перья летят не туда? Где ты стоял по окончанию коста? Туда. Перья по окончанию коста идут, блядь, туда, где ты, ну, грубо говоря, вот каст закончился, и перья летят, блядь, именно в это место, где ты находился на конец каста.
А зачем нам а там получается, смотри, получается, вам анонсят каст перьев, вы бежите, типа, перья полетели, вы начинаете обратно бежать, и перо приземляется именно там, перо именно там приземляется, где вы уже назад бежите. Пока лужа перо, блядь, не прикоснулось к земле, блядь, обратно лучше не бежить. Ну сейчас именно явно было это все видно. А лучше режим матрицы включать. Да, все, все здесь, все готовы, погнали. Раздавай-ка, давай, блядь, потей. Погнали, этот, херачу. Как потели, блядь? Давай, отжимайте, хули. Ну, не сипало. Все, хватит флудить, погнали. Быстрее. ДПС, лучше больше урона дайте, блять, быстрее переведем, легче всем. Каст. Перебежали. Диспел. Каст. Забираю. Первых мобов не надо контролить, пускай доходят вот эти, которые ближние. Стоп, не... Там три всего лишь. Все нормально, два. Пытается. Каст. Нормально. Перебежали. Прохиливаем. Мобы где-то в контроле есть, отпускается, если есть. Все, как раз дойдут, взорвутся, нормально. Собираю. Давай. Ну. Каст, перебежали. В лужах только не стоит все. Мобы ближние пускай доходят. Отводи. Отводи, отводи, лучше отведи. Там два в одном идут. Время ШВ. Ну, блядь, 3 стака всего лишь. Так. Давай ШВ. Давай сейчас. Уже оно уже висит. Секунда осталась. Да. Все, нормально. Просел. Побежали. Все, пускай эти мобов расконтролить, пускай доходят мобы. Забираю босса. Давайте активнее дамажим. Каст. Япончика прохил. Мобы ближние пускай доходят. Прохил. Все, пускай еще два доходят. Ну их дохуя веди. Веду, блядь. Контроль КД. Сука, ну законтрольте. Вы что, блядь? 400-ка, все нормально, что-то. Ну хуя себе. Все, все, один стак всего. Тихо. Как будешь готов, заберешь. Забираю. Да. Проводим. Впереди немножко лужи зажимают РДД зону. Заодно этот моб как раз сольется. Все, активнее по боссу дамажим. Время есть. Каст, перебежали.
меликов там прохиливать. Моба. Ближние пускай доходят сразу. Одного замедлил. Так, эти два пускай доходят. Тех двух. Проводи немножко. Проводи, проводи. Дай массакру. Все нормально. Пускай эти тоже постепенно доходят. Прохил. Все нормально. Пускай идут два. Все два пускай доходят. Заберу босса. Я пока все забираю. Прохиливайте. Все, продамаживайте босса. Пока есть время. ШВ скоро откатит или нет? Без КД. Окей, а? Скажу. Так. Сейчас прибежали. Лучше сохранить пенис. Да будет у тебя еще ШВ откатит. Давай ШВшку. Пчелам не напрягаться, побольше босса поддержим. Так, сейчас после каста гейм дам. Осторожно. Бать, сейчас скинусь. Побольше по боссу стараюсь. Забираем. Чтобы перевести нормально. Как раз. Да, побольше босса хуярим. 12%. Давайте, больше урона по боссу. 11. 10. 9. Не должны успеть вылупиться. 8. 7. 6. Все отлично. Вообще отлично. Побежали, изи. Пошли на перефазу. Расходимся. Опять не туда бежит. Кто там, блядь, не туда бежит, там времени дохуищ. Петов своих заберите тоже. Там еще, блядь, каст идет долго. Кто-то не успеет. Кто там, блядь, все успеют, нормально. Давайте не паникуйте. Главное не паниковать. Алара, фокус возьмите и сначала каста отбегайте подальше. Гера. Все, Гера, погнали. Анонсите каст, пожалуйста. Первая Яра. Каст этих, просто проносите каст перед. А третья россиянец. Или Делорус. А я скажу. Женуя на хильте, блядь. Женуя на прохильте. Где Женуя на... Перья. Бегите обратно. Да нахера обратно? Ты чё советуешь? Сказал же, блядь. Милики, сука, возле стены стойте, блядь. Контроль моблов одного отпускаем. Нормально. Второй пускай доходит. Казума прохил. Где прохил? Херачим Феникс. Фер. Блять, текстуры захуярил. Перья. Я вообще на низу бегаю, если что. ШВ скажешь. Феро с текстуры кидает. Прохилься. Крик! Корни, монород, смотри, там у нас два феникса. На меня убило. Ты у нас хуйня. Да у нас половина фери бегает, меня в текстуры фером захуярил. От фера отворачиваться можно? Да. Да, падение. Инфа для вас. Закрывай значит, глаза, блять. Этот самый, кто он сейчас? Херайся дальше. Херайся. Да хуя моба. Взорвутся. Дайте контроль по двум. Окей, все. Я понял. Речь о кого сложно кинуть или что? Сколько было процентов у вашего? Да да хуя. Короче, ярость кидает дизарм. Если от него отвернуться, дизарм все равно кидает. Или нет? Или нихуя? Блять, не вариант с фиром бить вообще первым походу.
Печать, беда, его надо последним бить. А он не всегда сфиром был, или был всегда сфиром? Они меняются. Меняются. Меняются, видишь. Блять, мне кажется, надо дебафы, вот извините Лёха, меня. Вот слышишь, вот где фир, да, к примеру, вот если поставить колодец, и ты бегаешь в фире, блядь. Да мне в текстуры, блядь, ебучим фиром закидывать. Да я видел, что тебя не доставало. Нет, просто я имею в виду, что с колодцем все равно холик бы получше было. Я через бабл, блядь, и бежал обратно, снизу, меня на низ платформы скинуло просто, блядь. Короче, ребята, через текстуры заходим. Вот извините меня, но я себя как-то хуёво чувствую на этом боссе. Я вообще нихуя об этом боссе не знаю. Вот можно кто-то, вот у нас есть умные люди вообще, напишите мне, пожалуйста, 4 названия фениксов, ихний дебаф, который они дают по окончанию каста, ихний крик, и что это все делает в процентах, всю полностью инфу. Где это можно узнать? Или никто это нихуя не знает? Вот да, ответь. Все знают. Ну, у меня спылы все есть, но у меня на другом компе. Я бы хотел их это самое знать, потому что я не хочу. Ярость 200% повышение агра. Да, это 5. Я видел сейчас. Дальше. Потом слабость этот, блять, на минус физур он. 5 дебафов на минус физур. Дальше что там? Рассеянность, блять. Это, блять, на реген маны 5 дебафов, плюс, блять, сила руны, хуйня всякая. И, блядь, последний какой остается, как название, блядь? Усталость, что ли? Да, ну, короче, вот последний, он на минус мах урон. Один на минус пас физ, а второй на минус мах урон. 5 дебаф. Ну все. А по крикам? Вага здесь. Пока с рейда не ливайте. Лёх, еще, кстати, вот на ярости постоянно после каждого крика обновляется агро. Приходилось таунтить, потому что переключался на хила, на котором агро есть. Танки постоянно таунтятся в любом случае. Вага здесь или нет? Тон бы блесанул что-то. Тогда не ливайте, сейчас через 2 минуты подойду на чисто. Можете лофаться, но не ливайте. Дайте портал, а есть. Вага тут. Пусть начислит 1к. 1к.